Срочное сообщение из Красноярска. У нас прошел ливень. 12 баллов. Какой еще ливень? У нас протекла немножко крыша. Немножко? Ну, не, немножко. У нас тут теперь мокрый ковер, мокрая дверь. Все мокрое. Мокрый. Промокли спички, промокли штуки для отгонения комаров. Вот здесь подоконник почти весь в воде. Там тоже вода потекла. Мокрое крыльцо. Да, Муся? Наши кроссовки немного намокли. Слава богу, успели спасти. Сейчас покажу картошку. Все еще немножко накрапывает. Да, беда. Что вы можете сказать насчет дождя? Сами спрятались. Вот тут коврики помыли. Моя мама. Что за сообщение? Представляете? Я пытаюсь надеть сланцы. О, у меня помыли сланцы прямо сюда. Надя, иди сюда. Вот я тебе покажу, какая лужа на ростках. Ой, бедные росточки, их затопило, бедняжечки наши. На картошке лужи. Наверное, не видно. Ну, вон там. Картошечка сразу тут подросла. Мы тут ягодку собирали. Что-то там эту скатерку снесло немножко. Ну, даже держалка для огурцов поменяла цвет. Этот вообще насквозь мокрый. Ну что, ну дождик дождиком. Обычный среднестатистический дождик. У нас такого вообще никогда не было. Ведро полное, хотя было пустое. Тазик тоже. Здесь вот капает. Сейчас идем к качели. У нас там после каждого дождя... О, я здесь работала, обрывали вот эти штучки от растений. Какая ледяная! Озеро! Ой, у нас вот... Не смахивай, не смахивай! Кажется, потоп. Ледяная. Тут стол наш, наши столики, озеро, наклони, Тань, нет, Тань, можно и не так, Тань, наклони качель вот так, да нет, ну не так. Теперь поправляй. Надя. Там просто. Глазастый боч. Чё, вот здесь я подергала грядочку, теперь чистенько. Вот тут тоже немножко подергала, но тут опять отросло. Вот тут мы сделали, подергали грядочку. Ой, тут бедную клубничку аж затопило. Я ее тоже обдергивала. Все. Вот здесь я все вилами поработала. Теперь у бабушки здесь тропиночка. Сейчас покажу еще. Вот у бабушки здесь, я так называю, клумба для всяких овощей. Овощная клумба, вот. И сейчас покажу, покажу. Я тут сама все выдергала. Хорошо.